Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Зодия на аппарате Horror Cartridge Collection. Игра, которая будет представлять из себя сборник очень коротких хоррор-игр в ретро-антураже. На данный момент доступен только первый картридж. Что ж, запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья. Давайте с вами пройдем его сегодня. Если нам понравится, то следующие картриджи по мере выхода мы тоже будем проходить, если только я не пропущу их выход. Игра, кстати говоря, абсолютно бесплатна. Бензин закончился. Out of gas. Это у нас первый картридж. Кстати, концовок в игре может быть много, 7 штук. Также мы можем найти 3 предмета. У вашей машины закончился бензин в глуши. Указатель говорит вам, что заправка находится всего в 2 милях вверх по дороге. Доберитесь до нее пешком. Бензин закончился. Мне нужно на заправку. Это не слишком далеко. Похоже, что я иду пешком. Да, выбора у нас нет. Ну что ж, пошли. Так, стоп, а канистру взять не нужно с собой? Ну, надеюсь, нет, чтобы мне потом не пришло возвращаться. А то пройти 2 мили и осознать, что нужно возвращаться обратно, чтобы топать еще раз, это уже как-то перебор. Так, это что? Историческая дорога будет открыта вновь. Местные жители с радостью узнали, что одна из самых исторических дорог в графстве скоро снова откроется после того, как была закрыта в течение многих лет. Хотя официальные лица утверждали, что дорога была закрыта из-за риска появления дыр в дороге в силу ее возраста. Длительные кампании и поддержка жителей близлежащего города поколебали мнение нового мэра, и в настоящее время разрабатываются планы по подготовке дороги к использованию. Там что-то блеснуло или мне показалось? А что если пойти, допустим, в лес погулять? Или не стоит? Так, стоп, нет, я так потеряюсь. Подождите, где дорога? Я так просто потеряюсь, я потом дорогу не найду. Что это такое впереди? Слушайте, я бы уже побежал обратно в машину. Это ведь глаза? Или, может быть, фонарь какой-то просто стоит? А, фух! Замечательно, просто замечательно. Тебя подвезти? Запрыгивай на заднее сиденье. Да я и пешком могу пройти, если честно. Ну да ладно, давай прокатимся. Ваши внутренние органы продавались по справедливой цене. Само тело не стоило многого. Окончание 3 из 7. Что? Ха-ха. Так, давайте попробуем еще раз.
Я не буду стараться получить все концовки, но если вот так вот прям очевидно будет, что вот здесь можно было поступить по-другому, ну почему бы и нет? Давайте попробуем теперь не садиться ночью к какому-то странному таксисту. Видимо, дойти до заправки – это вообще наша главная цель в этой игре сейчас, в этом картридже. А что если пойти обратно, например, или в лес? Можно будет попробовать. Так, мы можем, кстати, бежать, мы можем прыгать. Так, это мы с вами уже читали, в принципе. Нет, я к тебе даже подходить не буду. Я теперь знаю, что ты маньяк. Что тут у нас? Водитель такси погиб, когда пассажир внезапно напал на него. 27 ноября 2003 года водитель такси Джефф Элвин был убит, когда они врезались в дерево, двигаясь по изолированной лесной дороге. Полиция обнаружила машину и невменяемого пассажира. После расследования полицейские пришли к выводу, что у пассажира был психический приступ, и он напал на господина Элвина, в результате чего тот потерял контроль над автомобилем. Волки. Как давно это здесь? И перекрашено красным цветом, убирайся. Так, а что-то мне подсказывает, что на нас нападут волки. А может быть, если мы не будем с дороги сходить, то все будет хорошо? Ой, 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 ой! Что это было такое? Так и должно было быть? Слишком тяжелый. Я не хочу пытаться открыть дверь этой штуки. Что это за штуковина? Если встать, постоять, попрыгать... Странно. Неужели это здесь просто так? Так, как, что сделать, чтобы текст убрался? Что-то текст не убирается. Ай, только что ж убрался был. Все хорошо. Ладно, не знаю, что с этим делать. Мы, кстати, половину пути уже прошли. Но пока я не сворачиваю с дороги, в принципе, все в порядке. Хотел сказать я, но я заметил следы крови. Я думаю, это старая
Откуда он взялся? Возможно, от животного. Это кровь? Так, это фонарь просто. Что такое? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Что за жесть? Я думал, то, что там с тем люком произошло, это был Баха, но оказалось, что нет. Потому что тут тоже какая-то жесть происходит. Как это вообще возможно? Мне нужно выбраться отсюда. Мне нужно выбраться отсюда. Жесть. Какая-то жесть. Ладно, по крайней мере, это нас не убило. Хотя, если бы убило, мы бы получили еще одну концовку. Тоже неплохо. О, еще один документ. Не отвечайте на все три вопроса. Не лгите ей. Вешай трубку, вернись. Вернись, вернись, вернись. Три вопроса? Что? Кому не лгать? Опа, колеса. Похоже, их поставили сюда совсем недавно. Какие-то старые шины. Как много шин. Может быть, это подсказка, что туда нужно пройти, а я не пойду. Еще кровь. Возможно, от животного. Ну что-то все больше и больше крови. Между прочим. Ой. Телефон. В той записке про телефон говорилось. Стоит ли взять трубку? Алло, алло. Вы меня слышите? Да. Это хорошо. Так приятно снова с кем-то поговорить. А можешь сказать мне, ты одна, дорогая? Да. Не думаю, что это правда. Это было мило, но я должен сначала подготовиться, так что последнее, прежде чем я повешу трубку. Боишься ли ты умереть? Там было сказано, не отвечай на все вопросы. В смысле, может, на третий вопрос не нужно ответить, но при этом было сказано, не лги. Давайте ответим «да». Подробнее. Так. Нас ничего не убило? Я должен двигаться быстрее. Возможно, просто какой-то ребенок пытается меня напугать. Но я одна. А мы, кстати, играем девушкой, получается, да? Может быть. Так, ладно, нас ничего не убило. Интересно, что было бы, если бы я соврал. Ой, ой-ой-ой. О, ваш труп был найден на обочине дороги на следующее утро. Похоже, вас забили до смерти каким-то металлическим прутом. Все зубы были вырваны, их невозможно найти. Окончание 6 из 7. Ладно, перезапустим. Так, это мы уже видели, поэтому интро можно пропускать. Давайте попробуем, знаете что? А давайте попробуем, допустим, заблудиться.
Хотя нет, не заблудиться, давайте просто прямо вот так вот пойдем, чтобы, если что, можно было двинуться назад и выйти обратно на дорогу. Знаете, мне что-то подсказывает, что бежать мы так можем бесконечно. Волки. Я даже не увидел никого. Ваши кости были найдены 3 месяца спустя в волчьем логове. Окончание 2 из 7. А, хорошо. Что если попробовать вернуться обратно? Вот любопытно. Просто бежим, спасаемся. Run for your life. Ну, кстати, действительно, мы можем бежать. Я думал, тут невидимая стена какая-то будет, но нет. Посмотрим. У нас 2-я концовка, есть 3-я концовка, 6-я. Вы слышите? Что-то темнеет. Что-то как-то... Ваш труп был найден на обочине дороги на следующее утро. У полиции нет никаких версий о том, кто и зачем вас зарезал. Окончание 5 из 7. Так. У нас есть 2-е, 3-е, 5-е, 6-е. Осталось 1-е, 4-е, 7-е. Так, у нас в багажнике ничего нет. Нет смысла оставаться здесь. Бензин кончился. Кстати, мысль, а что если просто остаться постоять? Ну, вообще, это, конечно, идея, но... Это не очень интересно стоять и ждать. Ладно, пока что отбежим вперед. Ну, одна концовка по-любому должна быть хорошей, то есть... Дойти до конца. И 2 концовки плохих. Знаете что, давайте попробуем. Либо там, где колеса лежат, туда пройти. Либо по телефону что-то не то сказать. Соврать. Мы это уже читали, но я чисто для галочки уже проверяю. Так, волки. Но с волками мы уже получили концовку, в принципе. Нет смысла опять к ним бежать. Ой! Так подождите, это получается из люка вылезла змея, что ли, какая-то? А что если бы я побыстрее... Да вряд ли у меня получилось бы побыстрее добежать. Так, полпути. Фонарь. Я тебя помню. Это жесть. Так, вот, по-моему, сейчас где-то должны будут колеса лежать. Слева.
Вешай трубку, вернись. Может, нужно как-то положить трубку и пойти обратно? Да нет, вряд ли. Там, по-моему, нельзя положить трубку, мы только должны выбрать вариант ответа. Так, вот эти вот колеса, вот... С ними ничего не сделать. Может быть, они обозначают, что нужно идти вот сюда? Ой, нет, опять волки, не хочу я. Я надеюсь, успею на дорогу выбежать в безопасность. Я надеюсь, я вообще не заблудился. Ой-ой-ой-ой-ой! Опять. Та же самая концовка, так неинтересно. Так, ну мы теперь знаем, что... не стоит идти туда, где колеса, значит, это не вариант. Ну, тогда у меня еще только вот вариант с телефоном. Ну и, конечно же, вариант просто вообще, ничего не трогая, пройти и все. Не поднимая трубку, просто идти по дороге, а не сходить с дороги. Неужели те колеса вот просто так лежат? Так, сейчас мы встретим люк. Жуткий. Да, до него добежать в любом случае не успеть. Так, будет еще одна записка. Пол пути мы уже пробежали. Для таких случаев нужно иметь в машине самокат, например. Так, не будем в этот раз уже играться с фонарным столбом. Все равно он ничего не делает нам, он просто скручивается и все. А сейчас мы попробуем солгать. По телефону. Или повесить трубку, если такая возможность будет. Алло, алло. А вы меня слышите? А нет, не могу я никак повесить трубку. Давайте солжем, скажем, нет, не слышу. Ты только что солгал. Так приятно снова с кем-то поговорить. Можешь сказать мне, ты одна, дорогая? Нет, нас тут целая толпа. Ты умница, не так ли? Это было мило, но я должен сначала подготовиться, так что последнее, прежде чем я повешу трубку. Боишься ли ты умереть? Да нет, абсолютно, чё там страшного? Ну тогда... Сейчас появится, наверное, что-то. А давайте попробуем убежать. В записке говорилось «вернись». Ну, я ведь не думаю, что нужно бежать к машине. Да и вообще, какой смысл? Да, вас забили до смерти. То же самое. Ваши зубы были вырваны, их невозможно найти.
Врать все-таки смысла нет. Нужно вообще не разговаривать по телефону. Ладно, давайте попробуем просто дойти до конца. Не будем делать ничего опасного. Ну, разве что что-то новое появится впереди. Может быть, нужно все-таки поговорить с таксистом, но отказаться на его предложение подвести нас. Ну, кто его знает, я не буду стараться прям все концовки получить. Мне интереснее всего все-таки дойти до конца, посмотреть, что будет. Полпути пройдено. Нет, 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 нет. Хватит с нас телефонных разговоров. Так, сзади ведь никто за нами не гонится. Что такое? Стой! Черт, эта штука чуть не сбила меня. Слушайте, с ним еще поговорить, что ли, можно было, когда он проезжал? Ну, как вариант для концовки еще, чтобы нас сбило? Так, а мне прям теперь интересно попробовать эту концовку получить, почему бы и нет? Не понял. Я должен объехать это. Что они здесь делают? Как тот фургон не врезался в них? Ну ладно, одна концовка, допустим, еще с фургоном. Ну там, в принципе, все понятно. Фургон собьет нас и все. Так что можно даже не тратить на нее время. Интересно было бы узнать, какая еще концовка. Так, а где же эта заправка-то? Взять? Ребята, стоит взять или не стоит взять? Или бежать дальше? Давайте возьмем. Я не знаю, зачем это здесь, но мне нужно вернуться к машине и уехать. А если туда побежать? Вот сейчас непонятно, то ли я ошибку совершил, и нужно было бежать дальше, а то ли все так и задумано. Стоп. Эй! Как мы так быстро вернулись? Такое ощущение, что я припарковался намного дальше. Странно.
Закрыто. После странной ночи вы добрались до дома и легли спать. Никто не поверил твоим рассказам об этой ночи. Окончание первое из семи. Так, а нам покажет сейчас, если мы опять сюда зайдем? Концовка, ага, здесь показывает последнюю. Да, документы 3, концовка 5 из 7. Ну, в общем, понятно, все понятно. Нам еще парочку концовок можно найти. Одна из них, в принципе, это чтобы нас сбил грузовик. А вот еще одна даже не знаю. Но не думаю, что стоит на них тратить время, потому что все и так понятно. Игрушка очень даже любопытная, очень даже неплохая. Мне понравилась вот эта вот концепция этой игры. Интересно, она пугает. Не то чтобы прям очень страшная, но парочка моментов были довольно-таки жуткими. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья! Встретимся в новых замечательных прохождениях. Пока-пока!